Легче предупредить, чем потом лечить. Руководствуясь этим принципом Гиппократа, в Министерстве здравоохранения большой упор сделали на профилактику. Это пропаганда здорового образа жизни, выявление хронических заболеваний и массовая диспансеризация. Благодаря последней было осмотрено более 150 тысяч человек, и среди них выявлено 17 тысяч заболеваний. Помимо этого, мы должны делать все возможное для того, чтобы сегодня все-таки шаговая доступность по оказанию медицинской помощи была более сделано на высокий уровень, поставлен. Для этого в малодоступных районах республики повсеместно начали открывать ФАПы. Также была организована розничная продажа лекарственных средств в 237 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. А для того, чтобы работа врача в районах стала более привлекательной, утвердили программу кадрового обеспечения. Продолжают уезжать и по проекту «Земский доктор». В результате в малые города и поселки удалось привлечь более 80 специалистов. Но все-таки большинство больниц и поликлиник страдают от нехватки персонала. Тех же, кто справляется практически в одиночку, сегодня наградили памятными знаками. Отличия. То, что идешь на работу с радостью, знаешь, что ты нужна, и люди тоже это понимают, поэтому идешь на работу всегда с большим удовольствием, с большой радостью. Вот это и помогает работать интенсивно. Для уже наступившего года планы не менее грандиозные. Это практически повсеместная замена импортных лекарств на отечественные. Российские медикаменты будут внедрены не только в аптеках, но и в лечебных госучреждениях. Ольга Войлошникова, Даржи Чайдопов. Новости дня.